Здравствуйте, приветствую вас на канале Плюском Михаила. И сегодня мне в ремонт попал аппарат. Это Philips S616 с проблемой. Но устройство установлено на настройки по умолчанию, чтобы продолжить вводить в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним, и далее нам вообще никак не нажать. Это сработало так называемой защитой FRP, дословно переводится как Factory Reset Protection. И если по каким-либо причинам вы не помните Google аккаунт, который вводили на данный телефон до сброса, то сейчас вам покажу, как вы самостоятельно в домашних условиях, причем прям реактивно, можете обойти данную блокировку. Дело в том, что данный телефон базируется на базе Android 5.1, и блокировку здесь обойти очень просто. А именно, вызываем клавиатуру, нажимаем на значок Globus и держим. Выбираем «Выбрать раскладку». Уже после этого нажимаем на клавишу «Home» и держим. Далее нажимаем вот сюда. Выбираем «Нет». И здесь прям по-русски пишем «Настройки». Вот он нам подсказывает. И запускаем настройки телефона. Далее проматываем в самый низ. Выбираем «Об устройстве». Опять же чуть ниже. И по номеру сборки щелкаем несколько раз. Таким образом, мы стали разработчиками. Идем назад, идем для разработчиков. И здесь включаем заводскую разблокировку загрузчика операционной системы. Включаем. Далее назад. Восстановление сброс. Сброс настроек. Сброс настройки устройства. Стереть все. Телефон перезагрузится, и уже 100% после этого никакого Google аккаунта у вас просить не будет. Итак, если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Для меня это очень важно. Да и вообще, подписка – это лучшая благодарность. И если будут какие-либо вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях. Всем спасибо и до свидания.